Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тутэмпалт, а мы продолжаем играть в игру Far Cry Primal. И почему именно ты сейчас думаешь, вот мы находимся в этом меню? Да потому что, вот смотри, когда я просто начинаю продолжать игру, смотри, какая пиздатая заставка. Udams winja waita waika waita salwa takar palhur winja laja daus. И вот так каждый раз, когда я прохожу какую-нибудь главу в этой игре, история становится больше. Вот это вот я, в принципе, тебе и хотел показать, вот эту вот заставку. Потому что реально прикольно сделано. Вуга-вуга. Так. Чтобы отразить наступление Удам. Сейчас, кстати, качество у тебя должно быть получше, как и моей вебки, так и самой игры, потому что я выбрал максимальное разрешение, что понизило мое FPS целых на 20 кадров, на целых 20 кадров, ну где-то на 30. Ну, в принципе, нормально, чё, вот смотри, нормально же, да? Не лагает ничего. И видишь лучше. Что меня, что игру. Так, ладно. Идем к этому. Что-то он сейчас даст. Хазан зверей, ты иди. Твой дух хотеть еще видение. Ой, бля. Че он ему дает употреблять? Глаза Удам, ёптю мать. Ты пить, ёптю мать. Посмотри через глаза Удам. Смотри, через консоль. Не, ну это пиздец. Такую херню пить я бы, блядь, не смог. Там, блядь, и крови нахуй налил, и глаза добавил. Интересно, какая-то херня на вкус. Мне кажется, это пиздец. О, его, наверное, потом тошнит после этого. Чё? Дени, лёд. Ну, погнали. Найдите статую женщины. Какой нахуй женщины? Во льду я тут должен найти статую. Так, блядь, бегать нельзя, хуёво. Повод сокрушить Удам. А, ебать. Это типа ледниковый период, что ли? Майклапа. Майклапа. Хуя, вот эта дубина. Мне нравится.
Майк Лопа. Где каменная женщина? Куда, ну-ка, ёбни. Вот это, блядь, дубина. А, и жизни мне побольше надавали. Заебись, здорово, братья. Ну, конечно, жизнь мне, блядь. Хуя я раскидываю. Тут одним ударом просто хуяришь и всё. Заебись. На, нахуй. О. А чё? А я ещё и бессмертный. Смотри. Бля, весело. На нахуй. Реально. Пизда тебе. Вот это опасно. О! Научился снимать. А подхилить смогу? Нет. Вот это хуёво. Куда мы сколько здесь возьмем? Женщина, не слышите, стихи. Блин, мать меня тут ускоряет. Да, блять, женщина. Ты охуел, что ли? Ты чё? Наркоманишь ты, чё-то мать. Бля. Винджа! Да винджи, винджи, хуинджи, ты чё? Блять. Что за... Наркомания какая-то, блядь. Ну, блядь. Ну да, вы еще постреляете. Блядь, заебало, тёлка, ты хуй ты не понимаешься. Глыбы какие-то ледяные меня направляют. Женщина, ну, Паша, заезд. Давай, ебать. Первый. Второй. Третий. Блять, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Да блять, заебли. Долго удерживаю. А и че, медаться еще надо давать? На нахуй. Я дата. Что тут мы запомним? А, это, наверное, чтобы этого от... Что пушка. Как я купил. О, охуенно. Меня еще знают на руку Такар. На нахуй. Я даю. Так, остался этим лучше. Погибашки. Опа. Хороший дубин.
Ну окей, давай. Разрушься нахрен. Почему мне еще умирать? Заебись. Видение лед завершено. Я скажу опять, как всегда, наркомания, и то мне, это, мне кажется, это не последняя наркомания, у нас еще целую игру наркоманить будет. Вайфта! Ты жить. Крепкое питье, слишком много глаза, лугом слишком мало. Я видеть мороженого утра. Да, в ловушке во льду болеть умирать. Но почему там защищать каменная женщина? Удам. Мне снова снит Удам, ты иди есть, хозяин зверей. Удам! Уда плаха гварпати. Заебись. А, так. Ну давай. О. Форт Большой Дарвы. Захватите этот хорошо защищенный форт Удом и сразитесь с предварителем. Сложность очень высокая, награда много опыта. Дополнительная точка перемещения. Далековато, я хочу сказать. Мы еще туда не пойдем. Навыки. Навыки какие дали? У меня есть здоровье, не все, да? Так, улучшенная регенерация. А, во, насчет приручения. Приручение кошачьих можно нам изучить с помощью дати команды спикировать. Это мощная атака по ДП. Вот это пиздата. Изучаем. И кошачьих изучаем. Заебись. Хуя. Присел что ли? Так, а это чё? Неизвестное задание. Ладно, задания эти заданиями. А надо еще пойти одно задание выполнять. Мы идем по сюжету, чтобы пройти игру. Такар, охотник Винджи Тик, его много солнц нет, и идти в пещеру, помогать ему. Короче, я как понял, пизда, охотник. А где он? Куда идти-то? Костер. Нереально интересно, а где это он так? Средний. Не, ну в принципе можно исходить. Ну ладно, это мы попозже тогда сделаем. Пошли-ка эту костер захватить место для отдыха. Вот эту точку захватить надо. Сколько до нее? Ну ладно, погнали, что сказать. Захватим точку.
когда звери это обычно делают. Так. Чё, а реально так далеко? Не, вы угораете. Охот на зверя. А чё охот на зверя даст? Ну, голову-то шкуру двери. Вот бывает вот у нас. Приостанавливается так процесс. Ёп. Я думал, там обрыв. Олени, не олени. О, волчонок. Ты что? Здорово, пойдем. Братенька. Давно не виделись. Опа. Ну-ка. Да бля, как не попал-то? Да вот же. А, это свой. Ну давай, подхилим тебя. Как ты ему котлите на сама в рот залетела. Бля, мужик, не, ну псина. На нахуй. Копье верни. На мясо пойду. А мы сейчас идем почти правильно дорогу. Мы уже близко. Давай-ка дальше пойдем. Интересно. Ой, бля! Мишка, нахуй. Блять, это же Мишка. Аж игра зависла. Пизда мне. Сдохните, уебан. Волка вылечить, заебись. Блять, это нахуй сложно с медведями побороться. Вот меня просто взял и медведь все преградил, сука. Нихуя докуда дошел. Вот просто Мишка. Мишка решает. Надо будет как-нибудь притомить этого зверя. О, заебок. Красный лист. Забираем. Мешок почти полный. Вот что. Искать. Мясо. Я сделаю хорошее. Свои. Смаркака. Ой, боже, пацаны, вот скоро вот ей-богу буду винду переустанавливать. Меня уже заколебал мой процессор, который сейчас бывает подтупивает. Это все процессор. Так, опа. О, мамонты. Заебок. Ладно, вам еще немножко дойти.
Так, а что это? Что-то нашел. О, новая точка воскрешения появилась. Хорошо. Тайник давай откроем. Что у нас? Не знаю. Не, ну у меня теперь есть пчеловой удар. Это классно. Ладно, до этой точки у них там немного осталось. Что-то меня там палит. Даже странно. Ебать, это чё? Тигр? Если это тигр, то это охуенно. Потому что я его как раз хотел прикормить. Ты что? Ну-ка, сову нахуй. Какой-то с пещерой. А это что за хрень? Кабан. Ладно, хрен с этим. Там явно кто-то бегает. Ладушки. Блин, тигра найти охоту, пиздец как. Решаем. Ты чё? О, у меня кабан напал. Кабан напал. Кабаны. Руки, убийцы. Кабан это самое опасное. Ах ты уёбок. Куда, блядь, побежал, а? Пидорас. Убегает еще скотина, значит, пободался и убегает. Ишь ты. А ты че? Так, свои. На! Лопай. Ой, сейчас захватим этот аванпост, я верю. Кто там? Охуеваю немножко, тут бегает, тут еще, блядь. Вот, блядь, сделали бы оптимизацию варки, вот как в Far Cry. Вот даже в Far Cry у меня графика красивее и получше играется. Так. Ладно. Что сейчас сделаем? Захват точки. Давай сову. Сова может у нас теперь лететь в замедлении, и еще она может спикировать. Yeah.
Никто нихуя и не понял. Заебись. Дебилы. Вас серьезно, у вас еще трое человек аванпост стражи, даже парк края четвертый, такие мелкие аванпосты. Сторожило человек, так шесть. Эти дебилы. А, поджечь надо, окей. Лук, поджечь. Все, найс, захватили. Респа появилась ближайшая, это круто. Что у нас дальше? Опа! А вот и тигренок, пещерный лев. Да ну нахуй, надо кошачек притомить. Волчара. Иди домой. А чё с луком не так? Там тигр, я его видел. Не мешайте охоте. Точнее, какая нахуй охота? Я тут хочу приручить. Заебал. Блять. Опа. Да иди сюда, заебешь. Уходить. Уходит, да уходит. Собачья шкура, блядь. Чё, где? Заебали. Сюда идите. Вы мне всю лайфу обломали. Где-то там тигр, наверное. Тигр прям пиздец нужен. Нашел, ебать. Ух, нахуй. Все, заебись. Котяра. Бля, заебина. Еще приручать не разучился, блядь. Это изично. Котяра. Ладно, поскольку у нас есть Лёва. Сложность низкая. Пойдем-ка на аванпост. Аванпосты. Аванпосты, охраняемые лагеря, принадлежащие враждебным племенам, захватить все аванпосты, чтобы сделать рост безопаснее для них же.
Захваченная лампа стреляет с точки быстрого перемещения. Заебись. Батьки звери. Ну сейчас посмотрим, что у нас имеется. Давай на разведочку. Пониже можешь, Лекс? Раз, два. Кто еще? Сова, ты ебанулась? Хуль ты там въебалась-то? Блять, еще раз. На снижение иди. Так. Только в камень не уебись, пожалуйста. Это что, два человека, что ли? Я просто не поверю, если тут людей совсем. Ладно, приступаем к атаке. Волка освобождаем. Пошла. Блять! Нет. Бля. Так охуенно нахуй пошли, ёб твою мать. Это пиздец. Всех отметил, блять. Всех наметил. А тут, блять, хуяк из горы ёбнулся. Ну чё я за человек такой, а? Пиздец. Всё ведь так красиво начиналось. Ладно, еще раз. Что-то ФПС-ка резко у нас упало. Странно даже, ну-ка. О, ФПС вернулось. На прежние места. Раз. Еще помню, были два. Тут третий. Блять, в скалу не уебись. Еще нафигируем тут. Нету нихера. И че? Еще нет ничего. Опа. Дикари, вообще. Все, уебал. Вот то, что уебалось, это хуево так не планировалось. Погоди. Еще раз давай. Мы идем с тобой вот так. Мы сейчас должны освободить волка. Тут там есть. Давай. Найс. Волк пошел в бой. Главное теперь только самому не ёбнуть с скалы, а то будет хуёво. Вижу, блять, не вижу. Если приманка не пан. Хер попадешь. Да ёпта. Найс. Все, котяр, они меня заебали, пошли пиздить. Ну со скалы только не ёбнись. Реально заебали. Вы где нахуй, черти? Вон волк. Волк одного положил. Где ты, блядь?
Волчара вообще красава. Только он на меня загрелся. Ну, котяр, молодец. Шкуры волка есть. Ты жрать-то будешь? Туши. Заебешь. Хороший волчонок. Сейчас как-нибудь это... Оп. Ебало. Вот зачистили аванпост. Нужный аванпост. Фигня, не аванпост. Как можно это еще аванпостом называть? Ладно. Поплавать поплавал. По заданиям чё? Карта. Ну, в принципе, нам тут будут война племени, убийство, сложность низкая. Интересно. Не, ну, в принципе, мы теперь можем до охотницы Джеймы даже добежать. Но это мы сделаем все в следующей серии. Ну что ж, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите новых выпусков Far Cry Primal. Разумеется, мы должны пройти эту игрушку. Винджа. Ладно, дорогие друзья, всем удачи, всем пока.